А есть такое место на земле, где нет тревог, где в душу мир вернулся, где к сердцу раненому в черной мгле свет веры, утешая, прикоснулся, где боль обиды, прогоняя прочь, глаза любимые так нежно улыбнутся, где луч надежды удаляет ночь, то место есть лишь возле ног Иисуса. То место, где сокрыться можешь ты от страхов, от печалей, от сомнений, от всей той повседневной суеты, что покрывает каждое мгновение. То место, где ты можешь рассказать всю правду, не стыдясь и не скрывая, то место, куда хочется бежать, чтобы поплакать, душу открывая, где можно не стыдиться своих слез, где можно не стесняться своих мыслей, где, выслушав, ответы даст Христос и не осудит, исповедь услышав. Он силу изнемогшему дает, и с искренним он искренне поступит, с души он снимет непосильный гнет, разгоряченный разум он остудит. Там мир наполнит сердце, как река, все впадины пустые заполняет, он очень близко, не издалека он на твои молитвы отвечает. А есть такое место на земле, где можешь ты побыть у ног Иисуса, то в потаенной комнате твоей, где все к Нему молитвы твои льются. Аминь.